подумаем. Что тут думать? Две оперы одновременно танчила, блядь. Чё ты с кнопками сделал? Буйный рост, блин. Anti-Magic Shield. Мне впадло было иконки искать, чел. Так зачем ты их менял? Так я их не менял, я... Да потому что ты по моусоверу поставил. Ты макрос на моусовер. Так, это сюда. Где мои кнопки? А, боже. Так это шоу тултип. А, это кнопка, это. Все, в окно выкидываю кнопки, сам выставлю. И бинты надо переделать. Макрос мой выкинул. Здорово. Что, у нас какие-то изменения? Или там временно кто-то на какого-то босса зашел? У нас глю нету. У нас сейчас нету глю, сейчас нету слякоть. Не знаю, где они. Где последний. Глю сегодня не будет. Мы просто, ну короче, нету по факту глю. Мы там просто чуть-чуть поменяем людей. Там кто-то на одного босса зайдет, кто-то на другого. Ну, короче, нормально все сегодня будет. В этом плане. Так сегодня мы по упоротым траекториям будем ходить. Этот. Ну что там, Рестлин или Рионов танка надо? Кто хочет потанчить? А в танке уже. А, пусть уже... один. Где пусть тогда один танчит, он лучше трясудью удержит. А Мишка тут плохо? Варчик трудно. У нас Мишка сейчас в танке. А, ну Мишка окей. Мы идем в подвал, если что. Подвал иди. Да. Скажи, когда пуляют, я только это. Бориску тундрулищу. Понял. Борейская тундра тут? А, шоколад, ебану, ГГ. Ясно. ГБ, шоколад. С, конечно, диспавом ядом вообще обалдешь. Привет, Ури. Я не ожидал твоего присутствия в данном месте. Ну, на оперу выйдет. Уже значит выйти, да? Я сказал, что я не ожидал, но... Нет! Хорошо! Опизделся. Уходи. Так говорите, что надо прям сейчас подхилить. Да забей, я отсюда хилю. Я раскидываю эти диспелы просто. Ну, просто диспель я похилю, да. Ури, мне можно разговаривать? Это в муте. Алла, извинись, а потом говори. Ты в муте. Я извинялся уже. Так, я в Борийской тундре. Скоро буду. Какой? О, нет, нет, отказываюсь. А ты ЕП сохранил? Или... А, кстати, я ж это... Я сейчас... 7950. Меня в долларан кинул, да пиздец. Я пойду и скину. Скрин. Фулл скрин скину, чтоб Феста не доебался. Что-то над Кирюшем, да, вроде? Угу. Мы гнием немножко. Ну, ладно, что, вас похилить? Да. На мне много стаков, я думаю. Просто.
Блин. Можно ли как-то повышнуть? Что? Смотри, вот у меня бинт стоит на боковую кнопку мыши, на то, чтобы коридорскую штуку жать. Но когда я мышкой на экране вуду, типа на иконках, у меня настройки типа открываются. Вместо этого, на боковую кнопку. Ну, у меня и кнопка. Не хочу менять кнопку нажатия редара. Да не ной. Понял. А ты, кстати, как настраивал в Vudu индикаторы, вот это расстояние показывающее, чтобы менялось обновление? Там где-то есть. Да я знаю там... где, но что именно. Ну, в ты плане делал? Там ползунок можно передвигать, там тикрейт можно, частота обновления. Там еще частота обновления при нажатии на скиллы есть какая-то. Кажется, можно нормально сделать. Что ты жаловался? Да, это правда. Мне это не нравится. Если что, у меня там мейнер один. У нас вообще тут, на самом деле, весьма много вариантов, что можно сделать. Там и доля на ханте может зайти, доля на шамане может зайти. Яшу можно на роге взять. Я могу на печке. Яшу можно на сове взять. Яшу можно на сове взять. Столько вариантов. Я на печке могу. Какие составы можно упороты придумать? Я могу на ДК. И Иван Холика еще пойдем. Короче, хапал не нужен, кикаем его. Да? Может, ДТ кикнем? Бутаем шмот. Какой? Кольца. Колечко? Плащи. Оно ж не выпадет. Плащ какой? Нет, выпадет. Ну, плащ тоже. Плащ с только без глюма бить его не будем. Глю без плаща остался. Пожалуйста. Жалко глю. Ой, обычный милик. Ой. Не рог, надо еще подметить. А мне, чтобы получить рейдерскую штуку, мне надо тычку обязательно сделать кому-то? Или она просто, если рядом чел умирает какой-то? Да, мэдж должен быть по ней. По крайней мере, у меня. Она, да, дамагерит, типа, не знаю, что там еще. Можешь попробовать похилить того, кто дамажит, типа, может, это сработает, кстати. Не, ну сейчас пучки умирают, мне не дается. Значит, дамаж нужен. Пойду шашлы проверю. Мангал 80 килограмм. А кто это? Я не помню, кто на себя Бродос? По-моему, Думхаммер. Думхаммер. А как я умный? Понял, я хилю, да? Закливала малышку. Ой, Резлин! Ставь шкаф. Тебе впадло бежать? Или тебе сумануть кого-то? А, слякать. Сори, я не мертвая тварь, у меня комбат. Топа, если я в соло хилю, мне нужен символ другой. Ты еще жарится. Я не смог бы нормально хилить. Может, ой, на робу зайти. Положение? Нет, на ПП. Нашел полевого медика, я полевой медик. Здорово. Полевой педик. Инструкция по применению аптечки. Я помню, что какой-то чел очень долго ее выбивал. Похуй на тробу, уйдем все. Трова кеквы. А можно все что угодно говорить. Ставь шкаф. Сейчас, подождите, нажмите кто-нибудь сюда.
Дайте мне уже альянс. О, спасибо за аптечку. Только начал ныть. Сразу выпало. Эх, возвращаться в родную башечку. Ну и кнопку жалко, пиздец, вот эту, блин, классная кнопка, мне нравится. Все, в эфире, Александр. Ранее защитник крепости от ваги спасен, а как их спасать? А, их носить куда-то надо. Че ёбнулись? А, куда я и столик? Че, там нормально пока? Я могу прибежать, похватать. Ну, мы не бьем пока ничего. А, понял. Какие боссы первые будут? Ну, смотрите, сейчас идем. Эстер или Велеми? Велеми. Чуть не пробежал мимо. Так, что, излечить кровотечение? Излечить проклятие. Это такой же квест, как на Орде, один в один. Что? А сейчас мы хотя бы играбельно? Или что-то? Че? Ну, хоть так. Я тебя захотаю слякать. Че, Хаку, там первый канал смотришь уже? Я там видел что-то. Там телевышку захуярили. Теперь показываю на каналчик. Наконец-то можно Соловьёва послушать. Я альянс. Хорош. Предатель Орда. Предатель этой сети. Предатель ебаный, крыса. Барамир 2.0. Это повторная точка, что ли? Да, это обычное дело носилось. Я бы смешно, если зайду в мире появления твоей башки. Я вообще разрывную их словлю. Мы на смотрителя. Тут он не сомневался. Че, где декурс? А это кнопки, где нож быть, его нету. Нашел. Так, я альянс. Блин. Так, репутация. Дом Силентри, где? Не вижу. Нету. А, скитальцы Тенебра, стоп. Или от няни? Скитальцы Тенебра, это ночной жирный вроде. У меня в альянсе не показывается. И что, у меня 4500 из 1000. А, на похуй. Значит, она не дом Силентрис, тогда ночной жирный. Тогда я в Штормград лечу, похуй. Камень. Похуй, камень. Похуй, камень. Я камень. Блять. А ты чё умираешь-то, блин? Там моб подошел, мне ебало сломал. Да как, а почему это он ко мне не прибежал? Смотри, что делаю, смотри, опа. Да куда ты? Да вообще бардак оставал. Ой. Вот хуй тебе, Игорсинг. Ебать ты сдул, конечно. Ты там браза сдул лохов, блять, в меня, они меня убили. Блять. О, Ёжи, ты где? Чё мы еще будем скипать или не будем? Условно. Там больше ничего не надо. Хорошо, больше еще скипать. Ну типа условно погибель ботинки. Или, ну типа... это деву, блять, будет обидно, если выпадет алебарда, а этого нет. Она... Бля, кстати, можно было. А, не, ну нельзя. Нет, ну мы хоть пройдем. Если за него заходить. Со второго зайти, типа. Входа. А, вход не работает второй. Там лазики.
Да какие... А, ты говоришь... Долго не пройдет. Про это. Так, чё, куда я? В втором граде куда? Вспомнил куда? Всё. А, там ТП-шный Юдари, кстати, можно. Даже она багает. Фиеста пролезал. Да, да. Ну уже похуй. Ну, 5 мобов осталось. Дальше бежать туда будем. Охуёво быть тупым. В смысле тупым? А чё, на оперу сегодня пойдём? Кеквейт. Снова в бездну. Так, что мне тут нужно? Изначальная мощь 3, жемчужина Джагава 15, переменчивая Давантий 25. Блять, надейся, что жемчужина Джагава не по 150 голды стоит. У меня не есть, если что. Где-нибудь по-любому. Я же в рыбака ходил, я их хуй продавал, они же по 2 голды стоили. Когда я ходил в рыбака. Она вроде дорого сейчас стоит, я где-то было продавал, что-то помню уже. Я надеюсь, что сейчас изначально мощь не поднимать, что ткани, теней и колдоска тоже нормально стоят. Все рандом, типа, просто как от рынка зависит. Там не, от, не только от рынка зависит. Нет, долбоебов, которые на рынке. Там чё мобы бегут-то, блядь? А чё мобы снизу бегут, когда... Кто чё сделал? Чипед, блядь. Там один моб вроде. Мне показывал... А, там АТВ, 3 миллиона там шел какой-то. Идите сюда. Идите дальше, а чего вы тут сидите? А чё мы там... Там не, это... не помню, а нам эти тапки... Нам тапки погибли сколько раз падали? Один. Вроде два же, не? Один. Там это, Хисера... Гомель сегодня ныл, что он сказал, что расу качают, и там челы цену подняли. Так у меня не надо качать. Ну, в плане на реге, там же они... Жемчужина 75 голды. Они а сам... это... А сам джагал 7 голды. Я сейчас самих джагалов пойду открывать. 40 штук. Да. Я купил 40 штук по цене 4 жемчужин, сейчас будем считать. 0. Так а погибель не пойдем? Ну, чуть позже. Успеем. Упал опять! Ха! В плюс на 75 вышел, боже. Как же хорош. Бизнесмен. Реально, блядь. Сиди, да, так посиди, блядь, хуярись, джагалы. А там дорогие следующие вроде. Я купил самый дешевый. По 8 голды, ладно, я пойду еще куплю. Еще 60 штук. 60 штук по цене... сколько это? Ну где-то под 7 где-то. Чё, раз рейд фриков хаку может похилить? Да, блядь, этот Хисера делает все нахуй, чтобы, блядь, дольше трэш не чистить. Я в ахуе. Да я деньги ваши экономлю! Он на рестор, он на друиде. Но с другой стороны, да, это, конечно, чё, блядь. Мне за 60 джигалов упала одна жемчужная, больше этих в жизни не куплю. Мне раньше за 10 штук по 5 падало. Стартап я... это неудачно получилось. Все, покупаю просто жемчужины. Сколько? 14 штук. Да. А, еще, блин, 5. Нихуя, дорогие. Каков шанс того, что если у нас будет балалайка, вместо меня мы не вайпимся на смотрителя? Кантиней 300 голды. Ну ладно, вот эти вот деньги, которые я думал, что я потрачу на расу, ой, на рефраг. Я их трачу на обратно расу. Вместо 10 тысяч на рефракт, 10 тысяч на расу, блять. Даже больше, блять, наверное. Переменчиво домонтить тоже, блять, денег стоит нереальных. На 40 голды дороже, чем обычно. Мне еще нак идти бить на кильданес.
Зачем? Там камень на жизнь этот падает вроде. Я не помню, у меня не написано в кости. Потому что я второй раз этот рерас. Так, вы же наверх пошли, да? Да. А как бы там оба не согрели? Или у вас все заивайдилось? В смысле? Конечно, заивайдили. Блять. Так, в кота прыгаю, понял. Я думал разогнаться, а потом смотрю, что есть. А, я в комбате. Ну, пиздец. Я надеюсь, я добегу. А чё тут еще один моб? Адский разгон, блядь. Не бей, только не бей! Дубовая. А чё он за мной бежит, он не заевадился? Помогите! Блядь, он меня душит. Сука, еблан. Я живой дошел. Пиздец, мало того, что трэш сами не чистит, блин. Чё, блядь, новый переводит, сука. Приводит. Алло! Бездна. Меня убил еще. Да пиздился. Рот, блин. Так, что там куплю? Так, этому все общие нужны. Куплю порт в дау. На хоть и в дау. Мне нужен скильданус. Куплю порт в дау. Камень Штурмград, в Штурмграде, типа. Камень, так я в Штурмград, да, и камень нажал сразу. Сейчас я пару нак убью, надеюсь, сразу упадет. Это шутка, да. Тебя ресуют. Могу тебя бэрнуть. Давай, уже бэры. Бежать. Да, фу, валяйте, сижу. Бежать, 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 бежать. Ай, друзья удалились. Там заебал я. Первый раз 10 друзей удалил этих. Таким способом. А вообще не будет чистить? Будем. Если не пон. Да, он про трэш, который сзади. Чё, не пон? Вот то и не пон. Вопросы? У матросов нет вопросов. Ножийский камень бездны. Я ж умер, какая жалость. Да ты вообще не кидаешь, что ли? Блядь, я хотел вчера еще башку сделать. Хуёвые новости. Чё? Доли не сможет? Не, а он этот... Тут чел пишет, что у него инет отваливается на ДК. У-у-у. Ну, мой мод может хотя бы здесь не заходить, не знаю. Даже вот эту микронагрузку убрать. Мне кажется, там похуй. Типа, тут вот именно этот русский мир. Ну, если как что, будто... я с трех аккаунтов поиграю, ну ничего. Ну, ты справишься, Вик. Мне всего лишь на роге ставить АФК на Пойзоне, например. Вот, диспейлить на Оле и водить. Что там, сложно, что ли? На Аркане вообще в три окна сразу играть одновременно. Дамажить, танчить, пилить. Руны можно закрывать, кстати, удобно. Никогда не запутаешься. Запутаюсь. У меня будет десант в башке от быстрых альтабов.
Я до сих пор не выпал на жизненный камень. Я уже на 15 тут вырезал. Ему не мог, блять. Нахуй. Ну где? Камень не падает. Я бы уже бэшкой ставил, уже обратно бы рефракался. Какой еще камень, блять? Ну, чтобы ЭБшкой стать, нужно выбить реагент один. Он квестики там делает, блять, как бы... Чилит сидит. А хули, я хилю сижу. А чё, может себе позволить, хули? Бегим. Блять, бегум. Я только что хотел сам себя похилить с Олей на руку. Ты почти туда бежишь. А! А стоп, а чё? Все уже, ты выиграл. А чё ты? Почему так? Я жаль, не туда бежал. Мне просто нога хуярила ещё в момент. Она в миле атаки очень больно бьет. О, жига упал. Давай, блядь, сука, не выпал чужина. Да ебаный в рот. Думал, окуплюсь. Этот пак надо пулить? Может не надо? Давай с пулем. А как мы еще босса бить будем? Рестлина хапала? Этот пак не пулится, что ли? Все убьем, да и все, нахуй этот цирк, блять. Меня убивают. Меня там убили. Там будем вводить туда-сюда, запулиться, нахуй надо. Не хотите в 10 ровно кильдана с чего ебал? Нет. Нахуй. Мне челики под Далораном сегодня уебали. Давайте там, блядь, засядем, блядь, будем разъебывать всех подряд. Когда вот Энту Гэн будет РТ на ренегатов под Далораном? Меня сегодня, короче, на трицикле, по-моему, короче, там где трехместная какая-то хуета, блядь. Тривара ездила просто, хуячила всех. Надо собаться в три совы, нахуй. Три звездопада просто, и триваров нету, блядь. Так, ты наверное уж похилишь, да? Получается. Ну я не знаю, выхилили или нет. Я рду все-таки. Хаку, а чё с 9-го, 8-го вот ТТГшников праздник, да? Хаку, бафнинг инту может ходить. Такая взрывная деда залетела, блин, не пора. ТТГшники это девочки, блять. У вас есть рыба? Есть! Это спрашивает, блядь, банкир? Рыба просто на альянсе сейчас. Я это... Бедственный. Перевожу в другую страну. Я ебал его в рот. А то война какая-то началась, я вот перевел бабки в другую страну. Сука. У меня сам... Блядь, X2. Ну, Оли нет сапроток, а есть сапрот. Находишь им, блядь, покупателей, нахуй. Она говорит, блядь, а у вас есть рыба? Ну, у меня-то вон лежит 73 штуки в инвентаре. Я могу кому-то отсыпать, чтобы было. Так, кто-то бы это на хиле, кто-то... Ну, мало что того же ставить. Ну, я думаю, если подхиливать в сове, да, в ретрике, блядь, захилите. Один в хиле? Ты что, ёбнулся? Да нет, я-то на Оле в хиле. Как я понял. Если еще дед цепуху будет кастовать, вообще будет здесь. Где там эта хуйня какая-нибудь? А чё у Риона вспекнулся в ШП? Хури в ШП! Хороший! Ой, этот, блядь, Зерона нахуй, ёбаный. У Риона, Зерона... У Рича вообще похуй, он шашлыки жарит его до пизды. А чё он в ШП реально? Тоже балалайка сейчас. Ну щиток будет кидать, только пореже немножко. То есть мы взяли два хила хуже на босса, где ебет пиздец, да? Не, я говорю, можно разъебать, если ассист классы будут помогать. Так нормально все будет. А, да, нормально все будет. Ну, хорошо. А если ассист классы хуй покладут, то... Да, так давай это в рестороне. Давайте 8 хилов просто. Да, нормально, первый аркан у нас. Давайте, блять, у кого хилспеки есть, в хила спекайтесь, блять, погнали. Я в сове могу попугать. Нет, да качон, блядь, в этом. А, ему что-то надо, типа посох. А балалайка это и есть хаку, да? Да.
Блять, ребята, вы, конечно, выбрали нахуй момент, когда нету хапала, блять, сейчас выйдите водить этих твинов. Кого твинов? Я блядь, уже... там твин нормальный, блять. Он не намного хуже, чем мой. Ты твин это 19 уровень. А 80-й где-то это альф. Твин 19. Тогда да, я контрол, блять. Читай Википедию, блять. Мальчасть учи! Да, мальчасть хуйню. А то заебали твинами называть нормальных персонажей. Я бы зарезал уже 35 сирен, мне не выпало до сих пор. Может, не с них падает просто? Там не написано, что с них, я навожу на них. Староснова бездна, жизненный камень бездны. А где Уриона, блядь? Уриона, бля, мясо переворачивает. Есть масло у меня. Но масло есть. Уриона, блядь. Вот. Ты, блядь, не говори, а то он уже... Я в Мортфрагиде, я не знаю. Масло есть у кого-то, то у меня один заряд, блядь, остался. Масло. Тебе хватит. Как долго? Я голдфармом занимаюсь, или что? Где, блядь, камень ебаный? Сапротик. Блядь, рыба пропала, не успел съесть. Ну ты долбоёб или чё? Чё ты делал 10 минут? Без рыбы. Чё вы делали 10 минут? Яша без рыбы. Ой, блядь, я без рыбы. Потому что кто-то без рыбы. Ну что, 10 минут? Я ждал пока... Я, блядь, рыбу не ем, пока не фулбафнул. Фулбафни, балбес. Ну, блядь, чё мы нахуй? 36-я минута, мы нахуй сидим тут, как долбоёб. 38-я. Блядь, я не могу метку поставить. Не надо метки ставить, я помню, что делать. Не надо... Я не знаю, куда мне идти, скажи. Поставь 3. Я лагаю, блядь, мне не хочу релок. Да ты... Да похуй, ну. Скажите, куда мне идти просто. Нахуй иди, блядь. А, ну, давай. Здесь, стой, вот здесь. Видишь, где я что-то стою? Ну, поближе, наверное, да, всё-таки? Ну, тут руна, короче, в этом районе руна закрывай, и всё. Ну, понял. Чё там? Я буду ближайшую для РДД к боссу, чтобы доставать хилом до всех. Всё, ну. Чё, пулю можешь? ДБМ пул только, дай, пожалуйста. Да. Всё, сейчас F нашёл, Inner нашёл. Сразу первый пула и погнали, но. Пусть там варп покричит. 5, 4. Варп покричи на АП. 2, 1. Уриона. Бывает. Нашёл кого попросить. Он в войсе? Да вроде да. А нас тут двое или... А, не всё, балалайка у нас. Вам будет с балалайкой поменяться местами. Дебилы. Руна. Азерона. Руны. Ебать. Я сбегу. Ладно. Я ж на ходу хилить могу, но нормально. Еще один вроде был. Блин, а как на поезде нельзя фкшить, а как играть? Так, привели, лови. Lightning range. Да, мне тут ничего не делать не надо. Не добивай сферу просто. Не, у меня есть макрос, все нормально. Он у меня на панельке даже был. Сферу. Зерона сбить. О, тяжело, но я справился. Тяжело. Надо еще одну залить. Там каст еще долго. Зерона. Блять. Ух ты, то, что никогда не делал. Главное кидать ему уважение на Йошу и чинить. Я собью Некс. Да есть, да? Какой ультирующий, я не понял, нахер. Это так, короче, сфера не буду свечиться. Буду только.
шоколадные. Морионы ебут. Как я добил-то, блять. Понял. Есть у кого сбить? Да. А еще есть у кого сбить? Да. Уже не нужно будет. Да. Процент осталось. Да. Все, поезд. Скидывайте нестабильную на поезд. Что осталось? Нам насрали. Сейчас попадет. Нам не диспали на эту хуйню сидеть. А, на пати только. Вообще фри. Ну, типа, одно пати, там тотем сразу все. Да, я помню, что у нас тотем существует. Ну че? У вас нет уроги, которые делают акт суицида? Чуть ем. Не могу сделать. Какой вкусный шашлык. Могу тебя фу проходить. Палай как посильнее зеронок сложится. Заметьте? Да, я проходил. Мы даже не упали, вау. Я просто ППшки спавнил. Короче, не понравился мне Elden Ring. Босс легкий сильно, блядь, с одного удара всех разъебывал. Пошла, поехал. И сопрот не выпил. Я масло не намазал. Ладно, похуй. А ещё сюжет хуёвый. Да нахуй ты мне? Почему ты на ШП не передамажишь рогу, который ФК оставил? Потому что, блядь, долгонок у Сингсонга не у меня. Что у Сингсонга? Долгонок. А, и чё? Если ты думаешь, что долгонок так сильно апает, то ты... я тебя хочу разочаровать. Долгонок сильнее, конечно, этой трине. На. А чё я не пошёл? А, ну Урион заберёт. Нормально. Я уже затильтил, а потом сказал, что Ури есть, блядь. Я думаю, сейчас выкинем. Там, кстати, этот, говорят, этот, Гомель говорит, что два кольца вот этих бисовые Навара. Да. Навара? Да и на рогу тоже, да и на рогу тоже на комбаты то же самое. Мне как раз меткость я добью и камень с меткостью уберу, типа, мне тоже заебись. А куда мы идем дальше? Ну, дальше идем, наверное. На оперу. На гнева. Так. Куда надо портал? Ставь прилут, пусть это. Можно посмотреть, сколько я энергии восстановил, Ёж? Я фрик. Кому надо, блядь? Да это параша никому не нужно, у меня два таких, блядь. Полученная энергия. Сдыхание, 640 энергии восстановил, вообще нереально. Мы что, пробегаем тут? Не-не-не-не-не-не. Ём. Бля, мне какой-то летает. Хаку, 10-го левела, наверное. Больше всего интересует, какого хуя ты сидишь здесь, блядь. Кто? Я было лайки, пока он по вам там где-то хуярят далеко. Чилит. А что ему делать? Гуляйся. Че, скипаем? Нет. В этот раз все будет хорошо? Скипаем. Да судя по тому, что там поедет еще по жилым домам, блядь. Пуляй, 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 пуляй. Тут два пэка убить. Ну такое, знаешь. Алло, танка поднять. Гели, блин. Знаешь, хуёвый скилл. Алло! Вам похуй? Неперспективный. Ладно, нафиг. Трэш, блядь. Поломанный трэш уничтожает. Я, блядь, только отошёл. Блядь. Понял. Сдох. А чё, а кто, чё, никто не похилил? Там шаманчик, там сова, блин. ШП, чё, вообще всем похуй, да? Ну, ты все. Ну, я кинул щиток, начал квестовать хилки, его приебало. Ты кинул щиток, когда у вас есть ДЦ, да? Ну ты ебать гений. Ну поэтому он умер. Да про свой бездарь. Давайте быстрее бегите, я держу типов как могу. Пиздец, ладно. Ваш камень души иссяк на Void Fury. Почему Void Fury? Я же хил. Еще один, блядь. Вагон. Блять, я же переебал.
Этого не прохиливалось. В смысле, вы чё, в смысле, я же хил, не понял, чё? В чём что ты хил? В смысле, ну, лучше на хилаке, на ССС, наверное. Ну нет, потому что хилы в первую очередь должны себя не уронить. Это моя логика. Ну и танк. Ты знаешь, за свою шкуру-то боятся больше, поэтому больше подхиливают. Я в альтабе, надеюсь, вы не уроните его. А я в контршифте. Кто-то смотрел фильм «Мистер Нокаут»? Не опять сказать? Ну, говори всё. Никто. Да ну нахуй. Я вот вчера посмотрел. Ты что такое знаешь? Тоже мутный. А я сегодня посмотрел 10 серий аниме. Да это понятно, это уже, блядь, всем известно. Чё смотришь? Блич. Будь проще, блять, просто скинь ссылку, говорю, скажи смотрите. Блич, а нет, лучше включи его параллельно, включи стрим. Все, вы посмотрели отрывок данного фильма. Да я не знаю, ну там этот, кто он, блядь? Какой-то боксер, короче, какой-то Советский Союз. Мне вот это уже не нравится. Ну типа... Какой-то Советский Союз. Так, мы вот мы этого, блядь, Байра будем брать на погибель? Нет. Нет. Ну там за какие-то, блядь, ну тысяч 50-60 условно. Ну, 50, если мне 50 дадут, я возьму. Это чисто взять если его. Она... Ну что, чтобы просто убить? Ну, ему эти ботинки нужны. Что? А, погибель? Не, ну погибель точно нет. Вот, камень упал! Нахуй этих ваших байеров. Я сделал ёбаный геноцид, чтобы упал этот камень, блядь. Ты, блядь, дурак. Давай чего на гнева возьмем чисто, нахуй. Ну, на гнева, да, понял. За десятку, нахуй. Блядь, стоп. Давайте я ливну Эрислин в хапала тогда, как он. Ну, гнев, типа. Ну да. Танка поднимать надо быстро. И фу. Ну ты на рогу позовешь. Ну, в смысле? Вместо меня Байер зайдет. А, ну. Блять, не ладно. Сори, когда-нибудь. Ты в ШП, в смысле, стоп. Не понял. Знаешь, как? Это уже дело не в ШП. Ну понимаешь, в ДЦ он ходил без шапки, а в ШП у него остался менингит. Надо подлечиться, чтобы поиграть. А почему он до сих пор на балалайке, или он на гнева тоже идет? Похуй. Там чел так очень подамали, что ничего тебе не говорит. Сука. Это, кстати, правда. Ты в 25-ках не надамажился, типа. Так а че на 25-ке, блять, там хуя какая-то. Сидеть, блядь, мериться с кем. Да там вас нет, типа, знаешь, ну, типа, ты сидишь просто... Да, фу. Да, 25-ки не с кем мериться. Так нет, даже не то, что не с кем мериться, там, типа, ну, там все боссы это манекены ебаные, там нет вас. Ну, типа, на каком боссе я делал, блядь, хоть что-то, кроме как просто жму ротацию? На Анубе. Ануб это манекен-манекенище, блядь. Там вообще нихуя не надо делать. Ну, только если тебя шипы выбирают, ты бегаешь. Охуеть. Такого время этого я не дамажу. Это не важно, на ком я, блядь. Вот видишь, ротация уже. Мой геймплей не будет в этом моменте отличаться от ДЦ и на ШП. Ага, скоро лич. Лич выйдет. Нет, на ШП ты нажмешь тучку. Зато, когда меня шипы выбирают, я думаю, сначала развешу ход, и на меня Борн кричит: беги!
А ты не думаешь, ты не думаешь. Беги, беги. А он сидит на синге, охоту развешивает на локе. Чилит мобов, ясно. Импостер, блядь, какой-то. Ничего, скоро лич Джайна будет там поработать. Не, ну Джайна не скоро. Джайна не скоро, кстати, да. И, да и лич тоже не скоро. А почему? А когда я... Джайна будет? Не сразу, когда хэм даже выйдет. Ну, в хэме, когда лича убьют в хэме, типа. Угу. Может, когда шэм первый сделает. Не, ну когда лича добавляют, когда лича в хэме, типа. После шэма только убьют его лича. Ну, кстати, может быть. Не знаю, как тут. Я всегда там... ЦЛК скипал. Как появится первый ШМ, появится донат на ШМ, и ШМ будет у многих сразу. Там это, в Nothing to Say, 10 там... человек надо во второй стадии фарма ЦЛК на СП. Еще Гомель, еще может 50 тысяч скинуть, а? Синк, уважение не окупится, я тебе говорю, он забудет про тебя, брат. Там надо и это. Поставь фрилут, блять. Там неинтересно во втором, потому что там это чисто, чтобы шею собрать челу. Да они будут ходить ДС и нахуй ебашить, блять, и собирать. Сколько там у Гомеля? 4 он пиздел вара, типа. Первым собираю Гомелю в первом рейде, во втором Трофиму. Потом еще одному вару, а потом Эрпалу. Ну так там ДС, блядь, надо сначала собирать, а потом еще. ДС должны быть пула. Это хуйня вопрос, ДС. ДС это хуйня. Их купят сначала. Там осколки. Ну чё, 4 вара это сколько? 100 ДСов нахуй? Ну так ты сначала думаешь, у них. Бум. Это не 4 рейда, блядь, 4 вара говоришь. У них 2 рейда всего будет. У кого? ДС в десятках падают, кстати, или нет? Только в Гере. Я не помню. Гере, да, падают. Так, да, но не было вообще. Ну, так, лут, сука, нахуй, тупая, блядь. Деда, за что? Блядь, как он ебал, блядь. Ой, сейчас теперь возвращать свою старую башку, я не помню, как она выглядит, блин. Я цвет кожи другой не могу. Туда вот. Блять, интересно, сколько ДСики будут стоить? Чего не показывают? А где должны были показывать? Если считаешь, что мы смотрим телевизор, блядь, мне... мы немножко поебанутые. Телек? Мне телек тебе мы смотрели. Телек. Я Соловьёва смотрю, нахуй, пока да, блядь. Так Соловьёв на Ютубе. На, начало на батарее тоже. Чё? Так, ребят, я предлагаю заказать ему гроб. Маленький участок где-нибудь на Украине, на всякий случай. Так, у меня кнопку украли. Осуждаю. Полениться, да? На всякий случай. Кого у тебя украли? Мы еще не настолько ебнули, что телек смотреть. Особенно, блядь, новости. Так, надо взять маку с череды. Включаю только на это, на Новый год, типа, блядь. Обращение, да, юзаешь? Да, и то. Чтобы включить клип, то есть, когда приходит? когда у родителей уже привыкли. Не, мы, я... мы на Новый год сидели в тейбл-топ, и там просто обращение Навального включили. Я понял. Обращение Навального смотрели. Чё я иду? Так, ну я и Бэшка. Круто, блин. Вернулся. А домой. Ходил, спрашивает. Вернулся домой. Сейчас Азерона потом скоро. Блях, в пизду в ДБ. Понимаешь, там раньше было 2 энергии, а сейчас 7 энергии. Они бафнули там, ну, на 300%, 350%. Он уже на форуме ноет, чтобы их это пофиксили. Эти. Блять, кто это ныл? А, Руй вроде ныл. Да, Руй. Пофиксили. Ну,
Ну, какая-то раса, которую, типа, добавили только что, ну, недавно апнули там. Ну, да. Ну, эльфы, да, типа. А мы и так в говне были, да, типа? Там теперь на арене чела не просадить по манению. Да, и сейчас вам, короче, в ПВП этих наноят, чтобы у вас в ПВЕ будете хуй сосать дальше. Это вот этот, кто он, Эридан? Блядь, стой, подождите, я же даже не шипешил, типа, на ЭБшке, поскольку ее бафнули в ПВП. Блядь, я же каждого ДКшника буду разъебывать. У меня была проблема, что мана заканчивается. Тогда, сейчас 5% базовые, было 2%. Блядь, они, кстати, зря сделали. Сейчас же, блядь, они наноют и опять ПВП-сезон продлят, блядь, на месяц, нахуй, за ЭБшки это ебать. Блядь, с продлением ПВП-сезона такая хуйня сейчас, он с Украины, нахуй, люди орут, что охуели, призовые хотите, типа, только россиянам, блядь. Они ждут, пока всех перебьют или чё? Не, ну ты ж те же самые БГ, сейчас, нахуй, если чел с Украины не может заходить, а, например, кто-то с России догонял его, нахуй, поскольку под 30 будет БГшек в день ебашить, нахуй, и перегонит, и все. Блять, у меня какой-то вар. У меня какой-то вар чернулся против, я ему просто череду дал. Не, ну это там где-то будет, знаешь, что-то. Всегда работает, да, всегда? Я не знаю, на что он надеялся. Он надеялся, наверное, что они 254-й. Дрога. Так, ну я ливаю с этого с Винтразу там. Приглашайте вашего чувака. Пойду пока в ренегаду спекаться. Может ему. А что он в тот раз брал на танка что-то, да? Ну. Угу, за 5000 на танк взял что-то. Может это еще вроде в Соне. Плечо, да. А про товары что носят? Ой, про топалы что носят? Т4, не? Вообще, кстати, не знаю. Ну, Т9 неплохое. И 2 Т4. Вообще, у вас тут есть реслин, который танк. 4 Т9. Можете его спросить. Ну, Т4 тоже хорошо. А если нас слышит, и может ответить? Ну, там да. Т9 хорошо, что там на 30 секунд просто... По крайней мере, он слышит. Снижается КД на 30 секунд. Что так, давайте читаю Т4. Способность щит правильности накладывает на паладина щит, поглощающий 4000 физического урона. Звучит как залупа. Хакать с этого босса что надо? Нанося критические удары. Там большая есть, пиздата. Эффект... Ну, короче, хуйня какая-то Т4. Ну, глушай это, да. Т9 получше. В плане прожимок. Там 7% какой-то... Ресин типа, хапал, спекайся. Типа ШВ 30%, Эсбаунд 15%, а это 7%, но тут чаще намного. Это будет такое. Ну, такое. Мне не нравится. А, да, привет. Вот, вот это, если что, хапал Арисина. Кто там, недоволен? То покажите мне, я ж не вижу. А, так такой как углю, нахуй, 248-й. Так, блю кикаем. А, сейва не надо ничем. Еще пушка даже пизже. Пушка нахуй. Зубы на третью даешь, потом на пятую тебя откачивают. Ты шею посмотри. Шея нахуй, блять. А ну ты шея скильданас, он гений? А, Арислин, а нахуя тебе это шея скильданаса, блять? Он... Ставь ему, поставь ему. На ПВП, блять. Он ёбнутый просто. Поставь ему. А вы чё продаете? Он не ПВПшит вроде. Кольцо. А, кольцо? Да, похуй. А чё ты думал? А, а да, он ПВПшит, нахуй, он у него везде... Рыбу поставьте, блядь. Он не ПВПшит, блядь. Сейчас я и говорю. Это, всякое ты...